Друзья, разбираем сегодня теневой узор спицами. Интересный прием и очень красивый эффект. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии к видео. Переходим к мастер-классу. Мы начинаем с первого ряда рапорта. Сначала кромочная петля. Далее я провязываю 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 2 лицевые петли. 1, 2, 5 лицевых, 3 изнаночные и 2 лицевые. Рапорт первого ряда. Раппорт второго ряда. Петли симметрии у меня провязаны. Начну. 2 изнаночные петли. Еще одна изнаночная петля. Лицевая петля. Изнаночная петля. И 5 изнаночных петель. 3, 4, 5. По факту 3 изнаночные петли, 1 лицевая петля и 6 изнаночных петель. Друзья, нам теперь необходимо первые и второй ряды продублировать по высоте 3 раза, то есть до 6 ряда включительно. Теперь сразу переходим к 7 ряду, и это будет вторая секция. Здесь мы всего лишь навсего смещаем раппорт нашего узора. Итак, кромочная петля, далее 3 изнаночные, 2, 3 и 7 лицевых петель. 3. 4, 5, 6, 7, 3 изнаночные и 7 лицевых петель. Восьмой ряд раппорта, петли симметрии у меня провязаны. Начинаю. 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще одна изнаночная петля. 1 лицевая. И 1 изнаночная. По факту 8 изнаночных петель, 1 лицевая и 1 изнаночная. Друзья, 7 и 8 ряды мы продублируем также 3 раза по высоте до 12 включительно. 12 ряд и заключительный ряд раппорта данного узора. На этом я с вами попрощаюсь. Обязательно сохраняйте ролик. Уверена, узор вам понравился. От вас лайки, позитивные комментарии. Я всем желаю отличного настроения. Всем пока!